привет, друзья! В этом видео я вам покажу, как можно с помощью любого телевизионного пульта или вообще любого ИК-пульта управлять реле посредством Arduino Nano. Для питания этого устройства нам нужно будет два аккумулятора, две коробочки к нему. Также можно использовать электронный трансформатор. У меня его нет, но ссылку я покажу в описании под видео. Arduino Nano, ИК-приемник и реле для Arduino. Также необходима коробочка, куда это все мы поместим. У меня она от клемника. Для примера в конце видео это реле я подключу к лампочке для того, чтобы управлять светом. Вначале все собираем по следующей схеме. Вот так я все спаял тоненькими проводочками. ИК-приемник снаружи. Теперь необходимо запрограммировать. Открываем скетч, ссылка на который есть в описании под видео. Подключаем Arduino к компьютеру и нажимаем кнопочку «Монитор последовательного порта». Вот он открылся. Берем пульт, наводим его на ИК-приемник и нажимаем кнопку, при нажатии которой мы бы хотели, чтобы реле включалось. Затем нажимаем кнопку, при нажатии которой мы бы хотели, чтобы реле отключалось. Вот, теперь смотрим то, что получилось в этом порту у нас. Итак, вот эти цифры, это есть код кнопки включения реле, а вот эти цифры код кнопки отключения реле. В скетче находим строку с фразой «Если нажата кнопка включить», и вставляем сюда код кнопки при включении. Затем ищем фразу «Если нажата кнопка отключить» и вставляем рядом код кнопки при отключении. Теперь вставляем аккумуляторы. И проверим, как щелкает реле. Для проверки этого устройства я подключил его вместо датчика движения, который я ставил в тамбур. Итак, отключить. Итак, друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет много еще интересных поделок.